Всем привет! Сегодня я готовлю макароны по-флотски. Это блюдо попадает в список простейших рецептов на скорую руку, а красивый цвет и новый вкус блюду придаст обычный томатный сок. Получается потрясающе вкусно и сытно. Давайте приготовим! Первым делом макароны отвариваем в соленой воде до готовности. При этом они не должны получиться слишком размякшими. Готовый продукт откидывается на дуршлаг и слегка промывается холодной водой. На разогретом масле пассируем нашинкованный лук в течение минут 5, а затем добавляем к нему натертую на средней терке морковь и обжариваем все вместе, также в течение минут 5. К обжаренным овощам выкладываем мясной фарш, вливаем немного воды, примерно полстакана, и тушим в течение 25 минут под закрытой крышкой. Пока у меня будет тушиться фарш, я приготовлю томатный сок. Так как готового у меня нет, я буду разводить его из томатной пасты. Как только фарш будет готов, вливаем в него томатный сок и добавляем немного сушеного укропа. К фаршу добавляем макароны и тщательно перемешиваем друг с другом. Через 5 минут выключаем огонь. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии и пожелания. А я желаю вам приятного аппетита и до скорых встреч!